Сравчанка передала в руки мошенников 2 миллиона 483 тысячи рублей. Неизвестные связались с женщиной по телефону, представились сотрудниками правоохранительных органов. В ходе разговора мошенники узнали, что у женщины есть вклады в банках. Преступники убедили ее взять кредит, обналичить все деньги и перевести на безопасный счет. Что Сравчанка и сделала? По несколькими транзакциями в течение недели переводила денежные средства на предоставленные злоумышленниками счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». В КБ-50 поступил пенсионер 1959 года рождения с телесными повреждениями. На улице Куйбышева, 9, у потерпевшего произошел конфликт и драка с неизвестными. В больницу мужчину доставили в алкогольном опьянении с ушибом мягких тканей головы. Проводится проверка. Также на прошедшей неделе сотрудники ОВД зарегистрировали несколько случаев кражи из магазинов. Было зарегистрировано 2 сообщения о краже продуктов питания из магазинов, расположенных на улице Московская, а также на улице Семашко. Общий ущерб составил более 5000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность похитителя. И им оказалась ранее судимая Сравчанка 1983 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Из подъезда по улице Бессарабенко неизвестные похитили велосипед, а на стадионе «Икар» гражданин лишился самоката. По всем случаям проводится проверка. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».